какой-то едет автобус. Это как подъезжает раз. Подъезжает автобус, да, к светофору. Вот идет та же троица с другого ракурса, с другой камеры. Вот мужчина. Вот он сейчас производит какие-то манипуляции, что-то достал, да? Вот-вот-вот, производит манипуляции, достает. Вот предположительно как раз. Да, как раз, да, пистолет. Вот он. Вот, где курсор мышки указывает как раз на него. Вот он останавливается, поднимает руку, ну и производит несколько выстрелов в сторону автобуса, да. Расскажите, за что сотрудники уголовного розыска вас задержали? За то, что я стрелял в автобус. А зачем вы стреляли? Вспылил. А что за причина была? Ссора с любимым человеком. Он поругался. С девушкой? Да, с девушкой. И? Сделал выстрел. Я очень раскаиваюсь, сожалею. Больше такого не повторится. Скажите, а вы всегда с собой вот пневматический пистолет носите? Нет. А в этот раз как он у вас оказался? Взял с собой, ну вот я его выкинул потом. Разбил, выкинул. Угу. Так вы его взяли с собой, то есть вы шли изначально пострелять? Вообще нет, не стрелять. А просто как? Мы шли на встречу с мамой. И все. Он просто был с собой с этих самообороны, может быть так. Да это машинально было, я даже не думал. А если бы вы там люди? Человека нет. Да. Что нет? Не стал бы никогда стрелять человека.